Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня тестик. Блин, записывал, записывал и не записал вам видос. Короче, офигенные моменты, к сожалению, пропустил. Мы сейчас постараемся. Слили пачку. Постараюсь вам показать Космо во всей красе. Что он может, как, где. К сожалению, лучший всего вариант это... И к сожалению, наверное... Это и хорошо, что уже определился. СО, конечно, классный вариант, но живо для него, для PvP-локации, для фарма намного круче. Вот такая вот у нас будет сборка сейчас. Поехали. Соберем пачечку на атаку фортов и потестируем во всей красоте. Так, ставим космос, ставим лазулю. Ставим ворожея, дерево, рейка и овник. Вот такая вот пачка. Сейчас я только дерево перепроверю. Где там дерево мое, блин? Все герои в разброс. Так, дерево есть. На дерево поставим. Вот так. Окей, поехали. Покажу вам пачку эту во всей красоте. Что она может. Отлично, там как раз хороший противник сейчас у нас. Вовремя я подошел. Так, смотрим. Герой, блин, автопрокер, нереально круто дамажит, нереально круто срабатывает. Вот смотрите. Ай, блин, до меня еще не дошло дело. Я уже думал, сейчас будет моя пачка. А, видите, у него герои с талантиками стоят. В принципе, правильно, 20-е прорывы. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас будет интересно как раз посмотреть. У меня герои здесь не вкачанные. Итак, первый тест Космо. Ну, видите, да, что делается? У него, конечно, 20-е прорывы. Тут я ничего не могу сделать. Но посмотрите, посмотрите на этого героя. Мы убиваемся, кстати, сейчас очень на отражалке. Ай-яй-яй-яй-яй, ну Космо, блин, ну слили, не слили, Огника добейте, вот так вот, ребят, просто нереальнейший герой, не знаю, мне так нравится этот герой, это просто пипец, пачка просто вытащила, Unreal какой-то, нереально крутой герой, мы вытащили, по сути, сейчас, пачку с 20-ми. У меня пачка, ну, сейчас дойдет там бой, не прокачанный, только Космо 20-й, все, остальные обычные. А там были 20-ки. То есть, чтобы вы понимали, вот вам имбовость этого героя. То есть, в определенной связке, сборке, этот герой просто, ну, творит чудеса. Так. Не знаю, что тут у меня стоят за герои. Точнее, не что за герои стоят, а какие связки. Ну, поехали, будем пробовать отбивать побольше.
Ну, в общем, вы увидели то, что я хотел, я, в принципе, вам показал. Конечно, к сожалению, не все смог показать и не смогу, потому что завтыкал, нажать на запись настолько поспешил. Мне, честно скажу, герой очень нравится. Да, вы, в принципе, видите по обзорам, которые у меня на канале, что я очень много показываю вам этого героя в разных сборках. Так, наверное, эту пачку оставлю пока в центре. Вот отлично, кто-то на нас напал. Можно пока третью. Вот, слили, к сожалению, видите, сливается в любой сборке, любая отражалка, судя по всему, к сожалению, мы не увидели этот бой. Жаль, жаль, хотелось бы. Та-та-та. У нас тут, в принципе, вроде все с огниками. Да уж, блин, обидно. Кстати, Бугимены очень нравится, так хорошо дамажит. Но посмотрите, тут 20-е, 15-е прокачки. И все равно как-то они не особо справляются с моими пятыми. Так, ну тут еще дотащим. Давайте сюда вторую. Сюда третью. Сюда первую. Так, идем пока битву гильдии пройдем. Такс. Что у меня тут по БГ делается? Деф не выставлял. 72-72. Так. Это мы. 280. 300 даже набили. В принципе, еще время есть, сейчас после атаки фортов попроходят. Так, 585, 600, 584. Поехали нагибать Космо. Ну, блин, обалденный герой, не знаю, мне нравится он все больше и больше. Сейчас опять только чувак и уже почти 50%. Так, отлично, одного прошли. Следующий 600. Что-то у меня тыква делает на дефе, непонятно.
А, это, наверное, с угольной. Скорее всего. Так, второй есть. Третий. Вот единственное, чего стоит бояться, это отражалки. Но вы ничего не сделаете. То есть, либо вы живую ремку ставите, чтобы включался быстрее герой, либо ставите отражалку, ремку, но жизни не будет. Ну, в общем, вариаций как бы не особо много пока, но надо еще с чарами будет поиграться, поопределяться, какие чары поставить на героя. Так, 550. 511, 560, 556. Ну, еще отсюда одного топа сейчас убьем. Так, битва гильдий пройдена. Пум-пум-пум-пум, поехали дальше. Поехали смотреть атаку фортов. Так, что тут у нас? Держимся еще. Так, хорошо. Первая моя пачка так и держится. Давайте будем пробовать это захватить еще. И уже подойдем к третьей попытке через 8 минут. Хотя я вам покажу уже лучше пачку в крысе, чтобы не затягивать видос. Ну что, ребят, составляем обратно ту же самую пачку. Пришло время и поехали решивать. Попробуем захватить еще что-то. Надеюсь, опять сейчас в памяти загрузну здесь. Мы удачно зайдем дальше. Отлично. Смотрим. Что у нас получится, если мы будем мучиться. Так, ну что я могу сказать, герой действительно обалденный, это просто нереально, что он чудит. Одну я только пачку здесь увидел с таким героем пока что. Вот смотрите, заблокировал Фрейю, дальше Огник подключился и все, и Лазуля. Так, у меня все выжили? Или опять кто-то слился? На отражалке, кстати, на Асуре сливается очень, очень прилично. Вот, посмотрите, ну просто песня, а не герой. Без варианта вообще. Unreal, конечно, и урон такой еще. Вот единственное, что это отражалка. Они тут порвались. Ну, я вроде успел убежать. А там пачка такая с овником была сладкая.
вот с Космо. 20-е тоже, смотрите. Сильная пачка. Сейчас попробуем подбежать. Если, конечно, я здесь отобью, то забежим. Что у нас по времени? Там Бугимен еще стоит. В принципе, реально меня сольет даже. Даже в этом уверен. Так, здесь я отбил. Тут меня теперь атакуют. А, вот этот за мной пришел. Ну окей, давай. Смотрим. Видите, Бугимену ставят. В принципе, Бугич, блин, нереально бьет. Посмотрим сейчас. Ого, нифига себе. Нехило так. Пахнул Бугич, я вам скажу. Жестко. Так, следующий. Хранитель. Без вариантов вообще. Просто вообще жесть. Видите, надо живо ставить, потому что любая отражалка сейчас на Асуре. Не. Нормас, нормас. Так, ну что там, он в центре отбил. Как видите, отбил. Такой пачкой налегке отбивают. Надо было, кстати, посмотреть бои. Ну, смотрим, что у нас тут. Сейчас будут меня атаковать. А, вот он вернулся ко мне, отлично. Смотрим. Можно, кстати, пока отвоевать центр. Пока он там будет. Сейчас попробуем. Вот тоже неплохая пачка. Неплохая пачка. Бугимен, Дамагер, Ледяха. Хорошая пачка. Надо будет самому потестить такую. Сейчас он меня должен в два счета вынести 20-е прорывы. Хотя, кто его знает. Сейчас посмотрим, у кого первым сработает. Вот видите, у него первым сработал. Без варианта вообще практически. Ну, дерево, дерево, дерево. Блин, дерево не дотащило. Чуть-чуть нам не хватило. Ну, посмотрите... Жесть, ребята, посмотрите, что мы делаем. Практически разобрали пачку с 20-ми. Чуть-чуть нам не хватило. Нифига себе, как это? Как это у него все герои живые? Что за бред? Мы ж посливали их. Что за жесть? Охрененный бах. А, это, наверное, просто как-то так забаговалось. Ну, в общем, мы красавчики. Мы его слили. Такой же. Ну, как видите, Космо. У кого Космо первым бьет, все, это Unreal. Это просто нереально, ребят. Давайте максимум огненки. Всем напихаем. Так, тут уже зеленые к нам идут. Ну вы чё, ребята? Короче, вот так вот. Такой вот герой. Пишите в комментах, что вы думаете. Это просто выше всяких похвала. GG, молодцы, сделали. Имба герой без донатного. Все, всем удачи, всем пока.